Здравствуйте. Как ночевали? Ну и слава Богу. С вами Васильич. Покажу, как пасту приготовить бутербродную. Берем, значит, я уже приготовил, порезал мелко лучок и укропчик. Также берется сыр у нас твердый и шинкуется на терочке. Мелко. Вот. Такую баночку икры с минтаем. Провансаль, майонез. Вот. Все это я вам покажу, как будем мы друг за другом ложить в одну емкость. Взял вот такую чашечку. Почему такую? Потому что перемешивать у нас хорошо в такой глубокой чашечке. Все тщательно, чтобы у нас перемешалось и будет готовая паста. Ну, перед этим мы берем, сейчас открываем икру. Вот. Баночки небольшие, также есть большие, ну, взяли так для массы. Так, еще скажу, икра соленая, сыр у нас тоже имеет соленость. Провансаль тоже, там находится в нем соль, не пресный. Солить я не буду, но вы можете потом, если по вкусу, подсаливать. Вот. Берем, значит, мы баночку вот этой икры минтая. Сейчас я ложечку забыл. Берем ложечку, такую семейную ложечку. Вот. И нашу эту икру будем выкладывать в тарелочку. Икра минтая. Ну, на любителя. Мне вот она нравится. Я не стал другую икру брать, а вот минтая. Она своеобразная. Ну, на вкус очень приятная, вкусная. Мы привыкли уже к икре речной рыбы, потому что она мелкозернистая, не как красная эта икра, что берешь ее, она во рту катается, потом небом придавил, лопается. Ну, на любителя можно сочетать с любой икрой. Вот. Ой, запах икры. Вот. Взяли вот так вот, распределили. Ага. Потом берем мелко натертого сыра и распределяем сюда его. Вот. Выкладываем по всей этой тарелочке. Чашечки это. И тщательно стараемся перемешивать, чтобы сыр одинаково распределился у нас с икрой. Вот, с икрой распределился. Так как мешаем, и следом отправляем зеленую массу, это укроп с лучком. Вот. Распределяем, высыпаем сюда.
Засыпаем. И тщательно перемешиваем, чтоб у нас сочетался лучок с укропчиком и сыром в одной массе. Берем, размешиваем тщательно, хорошо. Вот. И перемешали. Перемешали. Берем наш майонез. Майонез провансал. И не жалеем. Сюда добавляем. Добавляем. Вот, если их мало будет, никогда не поздно добавить. И теперь перемешивать это вот, чтобы однородной была масса у нас. Майонез, икра, зелень. Вот. Берем, перемешиваем. Со дна хорошо перемешиваем. Вот. Лучше стало размешиваться у нас икра. А вы боялись. Ничего страшного. Берем, видите, как однородная масса. Витамины все. Витамины все. Вот. Витамины все. У нас. На скорую руку, пожалуйста, раз-раз приготовил. И чаек, кофейку налил. Ага, с бутиком, ой, запах, камера не передает. Но где-то так, видите, как раз у нас выложится, размажется. Теперь берем мы досточку, ложим и покажу вам. Вот, есть хлеб такой. Хлебный дом, хлеб вот пекет, упакованный, все, очень вкусный, хороший, ржаной, вот, берем мы, распечатываем его, готовые у нас уже кусочки, он резанный, резать не надо, вот, такие вот кусочки. Как раз на бутик. Хорошие. Вот, взяли. Взяли. И, ну, можем сразу, как говорится, блюдце взять. И вот эту пасту, которую мы приготовили, берем ложечкой, ложим на кусочек и размазываем, ложим так, берем ложечкой, ложим, придавливаем его, вот, распределяем, ложим, еще смелее, вкуснее будет кушаться, распределяем его, распределяем. Чего страшного нету, глаза боятся, руки делают. Где-то так. Вот. Не жалеем, чем больше, тем вкуснее будет. И корочка у нас с лучком. Ой, аж слюнки бегут. Так, ну еще берем такой вот хлеб у нас, вон, белый хлеб, берем пленочку, срезаем, я не сильно давлю, чтоб хлеб не разрезать, так, пленочку снимаем, ну можно целиком не снимать ее, потому что он не заветривался потом, а был мягким.
Ну и здесь берем и вот так вот его нарезаем. Он мягкий. Вот так вот нарезаем. Вот. Вот так вот нарезаем. Нож-то острый, но он сам фракция мягкий, съеживается. Съеживается. Ну ничего, потом выпрямляется. Вот. Где-то так. Берем кусочек этот, также промазываем. Вот. Кто беленький любит, кто серенький хлебушек. И вот так вот выкладываем. Выкладываем. Вот здесь он потолще кусочек получился. И мы побольше положим. Вот. Ну вот, выложили на блюдечко. И вот у нас получилась паста «Утро Черногорска». Вставай утром и перекус на работу. Также поездка на дачу, уборка, посадка, копка огорода и свои неотложные дела. Ну ладно, с вами был Василич. До скорых встреч. Пока-пока.